ходе очередного дистанционного приема граждан к председателю фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Одинцовского округа Вячеславу Кирееву обратился председатель Совета общественной организации «Союз ликвидаторов аварий на ЧС» Александр Токмаков с просьбой помочь в благоустройстве мемориала памятного камня на улице Неделина. В кратчайшие сроки бригада волонтеров партии выполнила необходимые работы. В завершении поверхность камня обработали специальной пропиткой.